Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Батурина Елена, предприниматель. А как вам сегодня наше событие? Отличное событие. Море позитивных, горящих глаз. Очень много интересных людей, девушек, предпринимателей. Вообще все очень здорово. Супер. А вы предприниматель в какой сфере? О, я предприниматель... Серийный предприниматель, как сейчас модно говорить. У меня разные бизнесы есть, и производство, и логистика. Но мой самый любимый бизнес, это связано с красотой, это модельная школа, где наши преподаватели занимаются детьми, а я как организатор продвигаю и делаю совместные мероприятия для продвижения детей. Супер. Скажите, пожалуйста, насколько мне известно, у вас есть еще издание, в котором вы размещаете партнеров и своих моделей, правильно? Да, так как я предприниматель, пришлось создать свое издание. Сейчас мы планируем его регистрировать. Наш журнал называется «Брусника», который размещается в Москве, Московская область. И также благодаря вам мы нашли партнеров в Дубае и сейчас планируем размещать журнал еще и в Лондоне. Я хочу сказать, что с Еленой мы являемся партнерами, и у нас в следующем году планируется очень много интересных мероприятий. Елена, может быть, о ближайших расскажете нам? Аня, мы с тобой, я думаю, любые горы свернем. Главное, нужно запланировать. Очень хочется сделать мероприятие для детей, такое фэшн-событие, чтобы показать детям традиции, чтобы они знали наши, чтобы они не боялись ошибаться, чтобы они могли строить планы и знать, что кроме родителей у них есть рядом люди, которые их поддержат, помогут и просто направят. Отлично, спасибо вам большое. От сегодняшнего мероприятия что ожидаете в итоге? Сегодняшнее мероприятие, мне хочется красоты, удовлетворения и просто пообщаться с хорошими людьми. Ну и, конечно, я думаю, что без планов не обойдется. Найти новых партнеров, наверное, да? Да, мы будем к этому стремиться. Супер, спасибо вам большое. Все, целую.